Спортивные новости. 8 медалей привезли лидские пловцы из Пинска, где проходили Олимпийские дни молодежи Беларуси по плаванию. В соревнованиях участвовали более 350 спортсменов из разных регионов республики. Лиду представляли 7 учащихся с дюшор номер 2 и лидского филиала Гродненского училища Олимпийского резерва. Герман Рудевич, воспитанник тренера Александра Шершня, поднимался на пьедестал 5 раз. Бронзовым призером он стал в эстафетах 4 по 100 метров, вольным стилем и комплексным плаванием. Серебро завоевал на дистанции 200 метров вольным стилем и первым был на финише в заплыве на 400 метров и 1500 метров вольным стилем. Результатом доволен, старался не волноваться и показать самый высокий результат. Выступлением, конечно, я доволен. Лучшие его результаты. Знали мы, какие результаты нужно показывать, соперников всех знали. Хорошую работу проделали, доволен полностью. В трудных условиях работаю, готовим с тайера. Бассейн у нас 25 метров, будет тяжеловато. Основные соревнования все 50 метров проходят. То есть приходится большую нагрузку здесь проделывать. Все пока получается. В дальнейшем, конечно, есть над чем еще работать. Благодарен, конечно, своему спортсмену, родителям, всем, кто нас поддерживал, спорткомплексу нашему «Олимпия» за содействие, тренировка в тренажерном зале, где мы работаем. Также диспансер спортивной медицины наш, который нас тоже поддерживает. Учителям Германа, которого его тоже, у нас уже много соревнований, тоже входит в положение. Всем родителям, к чему мы готовились, какие цели ставили, все выполнили. Есть у нас одно недосказанное, это мастер спорта. Я думаю, в ближайшей перспективе мы добьемся этого результата. Маргарита Лямкина привезла домой 2 бронзовые награды за дистанции 400 метров комплексным плаванием и 800 метров вольным стилем. Тренирует Маргариту Егор Рукович. Илья Бойко, который готовился к соревнованиям под руководством Игоря Волонца, занял 3-е место в эстафете 4 по 100 вольным стилем.